Давайте уже мы споем ее. Да, уже. Да. Кстати, в этом году этой песне исполнилось 57 лет. Да, да, да. Вот ребята, наверное, ее не знают. Ваши бабушки пели, дедушки. Полна зените лунные нити на снегу. Прошлой весною были с тобою, я весны забыть не могу. Старые ели чуть посидели, снегом пушистым лед замело. В небе морозном ясные звезды, и от месяца так светло. Помню все встречи, каждый наш вечер наизусть. В роще весенней, в чаще сирени, ты шепнула мне, не вернусь. Посидели, снегом пушистым лед замело. В небе морозном ясные звезды, и от месяца так светло. Все же я знаю, будем родная, мы вдвоем. Новой весною вместе с тобою эту песню мы пропоем. Старые ели чуть посидели, снегом пушистым лед замело. В небе морозном ясные звезды, и от месяца так светло. Класс. Танечка, вот скажи мне, вот песня «Живет на свете девочка моя любимая», это про тебя ведь, да? Конечно, да. Здорово. Ну, на нее могут претендовать все дети нашей семьи, потому что кому не спой, все хорошо, понимаешь? То есть она как бы из поколения в поколение передавалась. Я пою ее своей внучке и тоже претендую. Ну, конечно, совершенно. У меня внук, но это не важно. Сейчас попробуем ее. Чудная песня совершенно, я ее обожаю. Мама тоже там придумала некий образ. Я потом думаю, это она писала, когда мне было, это не было еще 3 лет. А там такие воздушные фразы, знаешь, вот что, ну, это мне очень льстит до сих пор. Живет на свете девочка, такие вот дела. Живут метели белые и реки из стекла. То листья кружат весело, то ливни льют, да льют. Во всем я слышу песенку про девочку мою. Во всем я слышу песенку про девочку мою. Она такая девочка, шальная голова. Она уже не смела нам, умеет подпевать. Ее глаза ликуют, заглядевшись на зарю. Я девочку такую никому не подарю. Девочку такую никому не подарю. Живет на свете девочка, друзья мои живут. Ложится солнце стрелами на мокрую траву. Летит дорога
смелая дождем иссечена. Живет на свете девочка, похожая на нас. Живет на свете девочка, похожая на нас. Ты думал, я еще спою? Теперь уже можно петь «Живет на свете бабушка», похоже. Ну, да. Ждем. Там еще одна песня, которая, ну, я считаю, что она безумно популярна. Даже по первой строчке этой песни был поставлен фильм. Я имею в виду «Ты у меня одна». А, да, конечно, естественно. А вот почему она, интересно, прозвучала первый раз, по-моему, первый раз, да, в другом фильме? «Нежность к ревущему зверю». Нет, это... А, да, точно, она точно. Она впервые там прозвучала. Да, она была там впервые. Ну, как почему? Потому что отец писал сценарий к этому фильму, он там и снимался, и он... Да, я помню. И там его песни использовались, в частности, «Серега Санина, ты у меня одна», да. Как, знаете, вот, знаешь, песня? Все подтащить, если да. Есть замысел. Понятно. Нет, ну вот эту песню они уже знают точно. Пробуем, да? Поем. По-моему, нет вообще человека, который бы ее не знал, мне так кажется. Луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой, ни за туманами, дальними странами. Города. Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети, только свети, свети, только свети, свети. Как-то мне посчастливилось появиться дома у Юры, и меня поразил, там у него на стене висела огромная карта, ему летчики подарили, он любил летчиков, моряков, вот всех таких людей, огромнейшая карта, и там были флажки, где он побывал. Там, ну, естественно, вся эта карта была вся испещрена, а в середине была приклеена телеграмма. Товарищ Висбор, срочно явитесь на работу, иначе да. Вы будете уволены. Причем эту телеграмму ему послала тогда... Какая-то женщина. Нет, она, это Муразова, она была тогда заведующая отделом, сценарным отделом творческого объединения «Экран», где отец работал. Да. И она жила этажом ниже. Просто этажом ниже. Но она вынуждена была послать ему официальную телеграмму, потому что застать дома ему было совершенно невозможно. Ну, это была абсолютная такая бесперспективное занятие. И еще я помню, значит, ну там никакой особой мебели не было, главное украшение, главный предмет этого дома, знаете, что было? Огромный слалованный ботинок, который стал на телевизоре в центре комнаты. Карт и ботинок. Вот Висбор. Ну, это антураж, это да. Это как вот скульптуры, знаешь, некоторые на картины на стены вешают, а у нас карты и ботинки лыжные. Слалованный ботинок. Да, все должно быть. У отца вообще было так, что все должно было функционировать. Не было ни одной лишней вещи. То есть, вот что касается декора, да, это уже все там жены пытались каждый, да, это не про него. А у него декор, это то, что вот снял с телевизора, надел и поехал на нем, понимаешь? Да, это вот все должно было работать. То есть в доме всегда были вещи, которые функционировали. Даже если они украшали отчасти территорию или телевизор. Ну, получается так, что журналисты работают, это вот ваша династия, да? То есть вот отец работал журналистом, теперь ты. Ну, мама у меня журналист. Мама, да, одна из мачеха в хорошем смысле, тоже одна журналист, одна актриса. Династия? Поэтому нет. Да. Ну, а почему нет? Но дело в том, что, понимаешь, когда меня не брали в связи с папиными, значит,
как сказать, как он говорил сам, за мной тянется хвост диссидентства. Хотя его всегда интересовала не борьба человека с человеком, а борьба человека со стихией.